Ну, начинаем. Сначала укутывание. Стул закрытой материи. Накрываем. Все это очень важно. Снимаем. Ориентировочная цена, ну, я думаю, если для хорошей галереи, где-то для начала 1250 евро, разумеется. Так, дальше. Стягиваем веревками. Ну, название сделаем «Американская тюрьма», прославившаяся своей жестокостью. Самостоятельная работа, уже третья фаза, с кувшином. Четвертая. Оставляем в таком состоянии. Куски тоже входят в инсталляцию. Никто не имеет права двигать их. Только автор. Вот когда зритель сейчас увидит лекцию, связанную, так сказать, со стулом в современном искусстве, он поймет мои действия. И, думаю, оценит. Продолжается хэппининг. Развязываем. Вставляем в разрез. Анатомия стула. Снимается кожа. Обнажаются ребра. Раздирание одежды перед казнью. В темнице. 450 тысяч. Антиспид. Памятник Илье Кабакову. Монумент увеличивается до формата Зураба Церетельда. Снимается сиденье. Стоимость достигает 500 000. Создается условный чертеж города Вашингтона. Вечером включаются лампы, софиты. Тень на земле увеличивает размер карты. Цена 750. Продолжается хэппининг. Детали продаем, но недорого. $850. Стул инвалид. $1 500.
связь материи. Раз, два, три, четыре, пять. Пять шагов. Будущее современного искусства. Шар может быть заменен на мину. Здесь могут быть провода. Идет процесс обработки. Потом стул опускается в печь и обугленным вынимается для продажи на аукционе. И вуаля. Цена 1,5 миллиона для начала. Фунтов. Это идея того, что он будет сожжен. Настоящий серьезный концептуалист. Он должен действовать решительно и просто. Лестница в будущее. Можно отливать бронзе. Конечно, это шутка. Но, безусловно, если собрать прессу серьезную, несколько серьезных искусствоведов, высоколобов, которые напишут предварительную статью о готовящемся перформансе уникального значения. И художник, творец, будет выступать в подобном жанре. Все это будет осмыслено как прорыв в очень высокие материи.